Я смотрю на себя, вижу в зеркале мим. Марионетка, от того удовольствия мне, поверьте, друзья, получаю редко. Травма черепно-мозговая, моя судьба. Вот возьму мандолину и орликину, по башке заеду, рядом с мальвиную дом куплю, она будет рада к такому соседу. Ночью по лестнице к ней заберусь, она ахнет, я скажу, не пугайся, выкину Артемона в окно, дверь на ключе скажу, ну чё стало, раздевайся. Жизнь проходит вся перед вашими глазами. Почему в жизни сложной моей мужчины все карапасы? Куда придешь домой из театра, не можешь и слова молвить. Артемон холодный на тебя волком смотрит, и начинаешь ему готовить еду. В театре роли не дают, везде протекция, хоть увольняйся. А он смотрит на тебя, хвостом виляет и говорит: ну что стало, давай! Раздевайся! Я шпион, точнее разведчик, точнее Штирлиц, еще точнее Исаев. Трудно в рейхе работать, много предателей тут. И полицаев вечно врать, притворяться, шпионить. Моя судьба. Вот возьму, позвоню на домашний Гитлеру ночью, типа депеша. Крикну: Гитлер капут, маниш, маваниш, вайн. И трубку повешу. Ночью к радистке Кэт загляну, это я, не пугайся. А потом похлопаю по рации, скажу: ну чё, война закончилась? Раздевайся! Я политик, известный всем людям страны. Но не Батхит, а Бибис. У меня есть идея, как нам преодолеть экономический кризис. Вечно быть премьер-министром Израиля — мечта моя. Вот возьму, отменю все налоги, а потом верну их обратно. Повышу процентов на 20, на 50, чтобы мне стало приятно. Мы, премьеры, народ простой, но в политику тянет, чем не занимайся. Вот посмотрю на родную страну. Ну чё смотришь-то, Ра? Раздевайся! Прямо ответить на немой вопрос зала. В чем дело? Эта музыка нас объединила. Ну, то есть как объединила? Связала. В этом и заключается великая сила юмора. Вот бы в Кнессет попасть, там пошутили бы мы не по-детски. Да у них там своя команда КВН, а капитан у них Летинецкий. Близится песня к концу, а зритель в зале немного напрягся. А мы так на зрителя, как вот на сметану, посмотрим. Ну что смотришь, зритель? Хлопай нам! Улыбайся!